Рядом со следом лежит тело. Что здесь произошло? Срез воды. Каталло предложил зайти сюда за припасами по дороге к парому. Моя сила, твоя сила. Регалы надежные. Не отвлекайся, солдат. Знаешь, что впечатляет еще? Ладно, срез воды позади. Значит, надо идти на запад, на побережье. Паром Квен где-то там. Да направит тебя десятый. Регала, собирай пайка. Доска лежит, фигуры ждут. Кто тут хочет? Пусть твои победы никогда не кончатся. У нее есть оружие, на которое я давно положил. Нападут твои враги. Я знаю, что ты задумал. Заставы мятежные. Узнаю, кто у них главный, и разберусь с ним.
плазма ее быстро прикончит. Ладно, надо переплыть на остров и найти причал. И Альву. Никого. Странно. Что ж, значит, никто не помешает мне взять лодку. Кислоту здесь использовать нет смысла. Надо только затаиться. Thank you.
Эту сторону переправы тоже никто не охраняет. Где вся Квен? Наверное, в причале. Надо найти его. Где-то на северо-востоке. Видимо, когтей и мощных челюстей было недостаточно. Уверен, это чей-то секретный ингредиент. Так это руины Сан-Франциско. Город полный разрушенных башен. И где-то здесь под песком Фива. Надеюсь, Альва и другие Квен помогут их найти. Еще для нашей. Зеленец. А мне везет. Yeah.
Наблюдающий за территорией дрон. Нужно извлечь его данные. Наверное, там впереди вход в причал. Эй! Эй! Это она? Живая легенда! Это причал, да? Я ищу Альву. Блюститель Бога и велел привести тебя к нему, если ты прибудешь. Прошу, идем. Беги, скажи, что мы идем. Это она! Искатель права. Блюститель Бохой. Незнакомка вошла в ворота. Я знал, что Альва не будет врать. Ты вылитый особок. Альва здесь? Хочу поговорить с ней. Я рассмотрю твою просьбу, когда мы поймем, кто ты такая. Живая легенда, как считает Альва, или враг, укрывшийся под ее личиной? Я вам не враг, ясно? Но на материке ваши солдаты стреляли в меня без предупреждения. Это ты так говоришь? Те солдаты погибли и не могут рассказать правду. Я пыталась уйти от боя. Позволь представить тебе директора. О, вот и наша загадочная гостья. Что ж, Бохой, что ты предвидишь? Кто она? Это загадка, мой директор. Почему она выглядит как собак, но ничего не знает о нас? Неужели мы поверим, что живая легенда родилась на убогой земле, отделенной океаном от мира избранных? И если так, то почему? Я не знаю. Она скажет. Но предупреждаю, лжи мы не потерпим. Отвечай. Что ты здесь делаешь? Какова твоя цель? Я ищу место под названием Фивы. И что тебе там нужно? Альва немного рассказала мне о ваших поисках. Пожалуй, мы ищем одно и то же. Способ исцелить мир. Как я и думал. Скажи ей. Мы нашли Фивы. Последнее пристанище тайн Теда Фаро. Это недалеко, но путь закрыт для нас. Машина не дает нам попасть в тот район. Искатель Альвы сейчас там, вместе с копателями и солдатами. Она в порядке? Разведчики говорят, что машина зажала наших людей. Они обороняются, но не сдаются. Машина, да? Я могу с этим помочь. Альва рассказывала о твоих возможностях. Но сперва несколько вопросов. Мы постараемся ответить. Вы нашли Фивы. Как? Легенды открыли их нам вскоре после основания причала. Почти год назад. Альва обнаружила древние документы. Я проверил их подлинность. В них говорилось о постройке гигантского подземного дворца. Где именно? Близко.
под Великой пирамидой в руинах неподалеку. Логично. Тед обожал пирамиды. Вы были внутри? А? Нет. Возникла проблема одна из многих. Их мы сумеем решить в свое время. В первую очередь надо справиться с машиной. Надеюсь, ты и правда специалист по ним, как рассказывала Альва. Что именно вы ищете внутри ФИФ? Я думала, Альва нашла нужные данные. Плыть через океан – большой риск. Поэтому здесь мы должны найти как можно больше свидетельств наследия. И ФИВы – важнейшая находка. Мы не уплывем отсюда, пока не завладеем их тайнами. Значит, ты начальник Альвы. Коллеги из Совета Блюстителей поручили мне возглавить научный отдел и обеспечить сбор данных для этой экспедиции. А ты возглавляешь всю экспедицию? Это преуменьшение! Ты обращаешься к брату императора всех Квен, наследнику земель Великой Дельты и первому директору за 5 поколений! Ей достаточно знать, что здесь я управляю всем. И что я намереваюсь постичь тайны ФИФ. Я тоже. Повезло. Вы пересекли океан на этих судах? Это было непросто. Великие не боятся трудностей. Воистину. Мы 7 лет строили нашу флотилию. Эта экспедиция – величайшее достижение нашего поколения. Поход. За знаниями через бездонное море, и на кону стоит судьба всего племени. И ничто из этого не свершилось бы, если бы не воля директора. Путь сюда был труден, как и покорение этих земель. Наши моряки и солдаты через многое прошли, я это знаю. Но все это... Во славу Квен! Я запомню. А что за машина не дает вашим людям отойти от ФИФ? Громозев. С ними мы уже сражались, но этот... Сильнее, мощнее и с черной броней? Да. Откуда знаешь? Неважно. Будет непросто, но я с ним справлюсь. Судьба улыбается нам. Я знал, что будет так. Сама живая легенда пришла к нам. И она поможет мне открыть тайны ФИФ. Подготовься, если нужно. И иди к ФИФам, к основанию пирамиды в руинах. Мы пойдем за тобой, как узнаем, что ты расчистила путь. Что еще тебе нужно? Мне пора идти. Да, пора. Ладно, пойду к Большой пирамиде сражаться с Громозевом. Живая легенда. Чем я могу тебе помочь? Куда она несется?
нас свет. Это наш дух. Но иногда... Легенда. Надеюсь, ты с хорошими новостями. Их давно не хватает. Легенда. Жду твоего возвращения. И как мы будем дома рассказывать о том, что здесь... Ничего нет. Страшного. Идет прямо на пролом. Нам нужны бревна для ремонта кораблей. Я могу собрать отряд. Нам понадобится стражи для защиты от машин, пока мы будем работать. И еще на обратно. Ну да, неосторожные здесь не будут. Что тебе предложить? Это наш дом. Ты держишься? Может? Дикарка! Беги, чужачка! Там бродит машина-убийца! Машина убьет себя! Вот ты где! Придется нам драться!
сюда. Надо поговорить. Ты убила ту машину? Меня прислал директор. Мне нужно поговорить с Альвой. Тогда проходи. Открыть ворота! Альва, рада, что ты в порядке. Ты избавилась от машины. Но что ты здесь делаешь? В Фивах есть кое-что, что мне нужно. Я была в причале, встретила директора, и мы договорились с ним. Как бы. И ты поможешь нам попасть внутрь? Вроде того. Переговоры были напряженными. Очень. С этим парнем что-то не так. И я не понимаю, что ему нужно в Фивах. Я думала, мы нашли на материке все нужные данные. Те данные мы будем разбирать годами. А директор требует результатов. Элой, будь осторожна. Он... А вот и они. В наследии сказано, что Элизабет Собек помогла легендам преодолеть все препятствия. И так случилось сегодня. Ты сдержала свое слово. Хорошо. Фивы ждут внизу. Идем. Вот это раскопки. Здесь все было затоплено. Пришлось откачивать очень много воды. Узрите дверь Фивы. Это непростая дверь. Да, в этом ты прав. Она откроется только перед одним. Тедом Фару. Но в наследии сказано, что он тесно сотрудничал с Собек, доверял ей. Она могла открыть эту дверь, а значит и ты сможешь. Нет, не выйдет. С этой стороны точно. Ты сказал, что она живая легенда, и в ней возродилась Собек. Простите. Фаро был велик, но он не мог построить дворец один. Мы знаем это из документов, которые нашли. Из тех, что указали нам на это место. И мы нашли упоминания о нижних проходах. Может, их сделали для строителей или для слуг. Нам туда не добраться. Они затоплены и расположены слишком глубоко, но... Да, я доберусь. Внизу может быть другой вход. Видите? Собек всегда находит путь. Так сделай это и пусти нас внутрь. За этой дверью меня ждет моя. Истинно так, директор.